Всем привет, друзья, с вами Мумай, сегодня будет супер топовый ролик, сегодня вместе с Бо мы вам покажем очень крутую тактику, но, понятное дело, это очевидные вещи, бот АТМ, после этого накапливаешь на ульту и так далее, но есть интересный нюанс, он связан именно с энергетическим напитком, вот эта тема нам нужна, сейчас мы ее проверим, так что, ребята, будет интересно, и обязательно не забывайте подрубать код ММА в поддержку, спасибо вам большое, для вас есть отдельная рубрика, и закидывайте лайк, если вам этот ролик понравится, чтобы я не был зол, как этот Прима. Но, в общем, погнали. Начнем мы с того, что Бо сразу ставит тотемчик, я сразу высиживаю под него, и потом мы выжидаем, где же выпадет босс-баночка. Но иногда попадаются лютые типы, просто люто агрит, и иногда это люто мешает. Но есть еще одна прикольная тема, то что если, в принципе, Бо сможет ходить за моей ультой, я там кого-нибудь, если убью или покоцаю, он сможет добить и собрать банки. Но это не всегда получается, потому что в основном кто-то рядом будет по-любому. Потому что карта очень тесна, и вот сейчас тип явно напрашивается. Давайте поговорим с ним. Иди сюда, сладкий. Бам, лови. Блин, он уже Бо убил и уже за мной бежал. И вот это было страшно. И тут босс банка. Оу, тут джин босс. Да, единственный нюанс, что Нани крутой бравлер, вот хп, правда, вообще не хватает. Ну, затяжка джина была так себе. Кстати, у меня мало кубасов, но при всем этом против нас большие типы, 700+. Ай, попал! Ну, как раз 10 секунд есть рассказать. Мы тут одну каточку проверяли, тестили, как вообще все это работает. Теперь все показываем наглядно. В общем, несмотря на то, что у меня маленькие кубасы, со мной Бо, у которого 700+, и поэтому нас кидают на хороших типов. Поэтому не так, что там на 100 кубасов идешь и делаешь, что хочешь, там убиваешь сколько хочешь подряд раз, или там просто торпедку запускаешь, а он даже не понимает, что она летит и так далее. Так что тут типы уже шарящие, уже многое повидали в ШД, но сейчас посмотрим, видали ли они такое. Так, погнали разведку. Разведка, разведка, где? Вот, покич лови на 4. Ай, не лагай. И теперь мы еще успеем накопить на еще одну. У нас тут Бо пока рубится с босс-баночками. Но мне бы босс-баночку найти, потому что каточка уже подходит к концу, а мы до сих пор не проверили эту тему, ради которой здесь все собрались. О, кстати, джин, это тот джин, который бузил. Не-не-не. Блин, навалились. Живем, живем. Надо было похилиться, но хотя там уже поджимало все. Так, минус. Минус пайпуля. Блин, Би под дымом бегает и немного лагает. Не лагай, не лагай. Кстати, очень обидно то, что у меня сейчас до сих пор ульты нету. Я не могу ее накопить. Вот сейчас накопил, но... Блин, не успею. Ладно. Мы, в принципе, эту карточку затащили, но все-таки я не смог на торпедке с ультой проверить эту тему. Но сейчас мы пойдем дальше. В любом случае, это сделано. Давайте проверим мои слова. 740, 750. Ну, там типы 694. Нормально, короче. Не самые глупые типы, дабы проверить это в реальных условиях, а не просто в каких-то наигранных тренировочках, либо на лоу-кубасах. Это, знаете, как на боссе пойти там... На 100 кубасах, 10 левелом, понятное дело, там можно продержаться сколько угодно. И 4 минуты, как это раньше было по старой системе. Так, у нас тут Бо. Сейчас накопим. Оу, кстати, она долетает вроде, но чуток ей все равно не хватает. Сейчас накопим. Блин, чуть-чуть не хватило. Одной милитычки. Ну вот она есть. Давайте тогда слетаем. Слетаем, поговорим. Немного разгона возьмем. Бо, иди сюда. Иди сюда. Ай, блин, промазал. Извините, ММА, но вы не сдали на права, вы завалили экзамен, приходите через месяц. Окей, месяц прошел, ММА приходит такой, все, давайте, я готов пересдавать, погнали. Погнали, погнали. Ну, извините, но вы снова не сдали. Вы, конечно, неплохо прошли теорию, но вас на практике нафигачили. Блин, офигеть, я думал, что там дым поджимает. Оказывается, Джеки с Джином пришли вообще из ниоткуда. Кстати, привет Эмпарату и его другу, правда, ник не помню. Просил передать, но вот чуть не забыл. Окей, я могу не помню, что вчера кушал, поэтому за ники вообще не говорю. Особенно за сложные ники. Осталось у нас 5 команд, все, погнали копить. Надеюсь,
хотя бы одна красивая каточка у нас получится, но я думаю, что сейчас мы это сделаем. Сейчас отлагает немного. Так, уже. Вот бесит, правда, что вот это средний уровень, там, где не супер слабенький, не супер сильный, и вот они очень люто агрят. Прям лезут по КД. А, Сэнди. Сэнди реально уснул. Реально, уже без приколов уснул. Окей, есть торпедка, и сейчас мы будем брать баночку, и, ребята, это час икс. Погнали. Теперь самое главное попасть. Вот, Леон, Леон, Леон. Бум, на 10800. Охереть. И у меня практически есть еще одна ульта, но ко мне бегут. У меня гости. Давай, может, еще одну баночку дашь? Ну ладно, давайте так. Просто разгоним ее. Би пытается по ней попасть, но сейчас Би я тебе пока... На 5200. Блин, конечно, хороший дамаг, но Леона чуток не добил. Но мы уже одну дали прикольно на 10 косарей. Ух, Джина 9 банок. Вот бы найти бы босс-баночку и отправить подарок ему. Было бы круто. Он сейчас выйдет по-любому, да. Чтобы сломать, да. У них же панически сразу страх начинается, когда они видят, что где-то тотем стоит. Сразу все бегут ломать его. Давай, Морти, давай. О, молодец, красавчик. А вот теперь, Джин, иди сюда. Иди сюда, родимый. Бум, на 5800. И он убил при этом Спайка. А его добьют? Да, его добили. Но тут у нас боссы. У нас тут Леон. Леону я, конечно, дал. И он отлетает на минках, но еще и Пэм жива. Но я думаю, Темпа сейчас затащит, потому что у Темпа дофига хп, а у Пэм не очень. И хорош. Еще одна победа есть, и мы уже выдали один такой дамаг, но было бы прикольно, знаете, положить и забрать эти банки. Обычно бывает так, что мы кого-то убиваем, и все на этом, кто-то подбирает эти баночки. Вот это, конечно, обидная тема, но в любом случае, ребят, тактика прикольная. Сейчас еще мы пару каточек зарубим, вы посмотрите, как мы это делаем, а потом, может быть, если хотите, попробуйте сами. Если, конечно, у вас есть такой тиммейт, ну, либо через лупу найти босс гаджетом. Если у вас, конечно, есть Нани, но, блин... Темпа, ну что ты доделаешь? А, ладно, не страшно. Давайте сгоняем за Тары. Так, начинает ее атаковать. Давай, давай, давай. Как они атакуют, как же я угораю с этого. И у нас есть босс банка. Окей, сейчас мы сгоняем за Спайком. Либо, может быть, еще куда-то сгоняем. Так, Спайк. Ладно, блин, не хватило, прикиньте. Я увидел, что у Спайка появляется Тара, и поэтому рискованно было потерять через щит. Поэтому решил отправить на Джеки, но там чуток дамага не хватило. Лови, Спайк. На 4. 4 так, неплохо, но, блин, если бы, конечно, Тара не выходила, то в идеале бы стоило положить именно Спайка, потому что тогда команда уже немного была бы слабее. А иначе мы убили Тару, Спайк поднял все банки, и теперь там бегает, бузит. И бум, двоих сразу, офигеть. Это учитывая то, что я не стоял под тотемом. Я дал сразу по двоим, и у меня практически была уже ульта. Так, босс банка. Спраут, не бузи, сейчас я тебе, а то подарок отправлю. Но у Спраута есть ульта, поэтому давайте куда-нибудь дальше отправим. Вот, Кроу, Кроу, здорово, Кроу. Бум, на 10к. И Тара там кого-то затягивала, правда, я не знаю, чья это была Тара. За какую она команду? Ну, 10к, просто Кроу офигел, он думал сейчас. Да ничего страшного, сейчас на пару косарей мне выдаст дамага, и все. Блин, Спайка 10 банок. Они люто расфармились, конечно, мы тут нормально типов накидали, но банок-то не смогли собрать, все эти баночки к нам не отправились. И теперь нас поджимают. Конечно, вот это, да, слабая сторона. Но если играть чисто по фану, то эта тактика самая веселая. Там были прикольные тактики с Джином робота воровать, что-то еще. Но вот от этой тактики я просто кайфую, потому что она очень веселая. И тут... Ай, ладно, какое мы там взяли место? Топ-3. Топ-3. Обидно, но ладно, хотя бы до топ-3 додержались, потому что там уже поджимали. И давайте, наверное, еще одну рубанем заключительную, постараемся ее затащить. И на этом будем подводить итоги. Но вы, ребят, потом, если попробуете, то напишите, как у вас получалось. Ну, понятное дело, может быть, вы эту тактику еще давно проверяли. Я тут не первооткрыватель, я тут не понтуюсь, что что-то невероятное придумал. Но вот именно с боссбанка это прикольная тема, а боссбанка появилась именно сегодня. Так что, блин, на 10к ракеты выдавать — это одно удовольствие.
чел просто бежит, тут прилетает фигня и просто... Несмотря на то, сколько ты там собрал банок, ты просто отлетаешь. Джеки, единственное, что спасло Джеки, то, что у меня не было много банок, а у нее есть старка на защиту. То есть, скорее всего, это было именно вот так вот. Так, прикрываем наших... Наших дорогих... Ну, почему наших, говорю? Не знаю, я хотел сказать, что на нас налетели, но давайте поговорим. Блин, зацепилась за стеночку. Окей, ладно, не страшно. Давайте пока выжидаем. Сейчас подкопим еще на ульту. Правда, вот пока копишь, блин, кажется, что очень быстро поджимают. То есть, даже не имея в виду бравлеров, имея в виду дым. Дым как-то быстро, очень быстро идет. Когда ты вот именно по этой тактике играешь. Но погнали, разгоним немного. Кроу, Кроу, воробушка, иди сюда. Иди сюда, сладенький, иди сюда, да. На 5-ка. Это было без босбанки, но нам бы еще босбанку найти. О, это заявочка. Ну-ка, давайте кого-нибудь пожирнее найдем, у кого побольше баночек. Погнали. Идет смертельное оружие. Не, Джина мы оставим, а вот Брок. Бум, 10600, еще я думал, не попаду. О, еще одна босбанка. Давайте подкопим, потом запустим. 10700 урона, просто пипец, еще и с такой дистанции. О, Пока, ты, по-моему, хочешь отлететь. Давай, Пока, иди сюда. Бум, 10600, нету Пока, блин, как же я угораю с этой тактики. Радуюсь, как малой. Но, блин, тут Эмс, 10 банок, блин, походу, не туда я отправлял свою торпеду. Но, давай, босс баночку, да? А, понял, прям под Эмс дал. Но... Может быть, еще есть шансы? Да, темпа добивает. Давайте куда-нибудь зарядим. Давай, давай, давай. Лови на 4. И остались по разам. Так, минус Биби. Но это победа, ребята. Эта катка была сумасшедшая. Тут двоих положили. У них было по 5 банок. Это было очень круто. Так что обязательно закидывайте лайк и напишите, если вы уже попробовали, как у вас там получилось. Если что, можете посмотреть. В принципе, что... Просто собрать. Ну, по сути, все просто. Самое главное, попасть этой торпедой. Но это было в любом случае прикольно. Вот они, типы, наши соперники. Кто-то по 600, кто-то по 700. У кого-то 770, почти 800. Но, в общем, не самые слабенькие. Но плюс ко всему, они очень агрессивные. У кого-то, вон, вообще 900 было. Так что, 930 даже. Так что, ребята, обязательно закидывайте лайк. И будем на этом подводить итоги. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. В общем, всем удачи, ребята. И всем пока.